И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы к этому так и относились в России, и всегда к этому будем так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать, ну посмотрите, извините меня, священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти... Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Но вот, как стало известно, англиканская церковь, например, планирует, правда, пока только еще, рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что скажешь? Прости, Господи, не ведают, что творят. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, ну, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал. А мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения.